Друзі, всім привіт! Сьогодні буде автомобіль, якого у нас ще ні разу не було на каналі на огляді. Так от, сьогодні оглядаємо автомобіль, який є потужним конкурентом D-класу. Це BMW п'ятерки, це Mercedes E-класу. І дуже дивно, що цього автомобіля у нас він якось дуже поганенько представлений. Його майже немає на ринку, хоча по вартості ця машина і як Toyota Camry. Зустрічайте, Kia Stinger. Звернувся до нас замовник, він насправді є другом реального замовника. Ну, тобто є людина, що звернулася до свого друга, щоб він подивився автомобіль. Він технічно нормально образований хлопчина, він подивився автомобіль, з'ясував, які там недоліки є. І для того, щоб бути більше впевненим, він звернувся до нас. Для того, щоб ми подивилися цей автомобіль. Треба розповісти про саму машину. Це єдиний на день огляду автомобіль, що продавався офіційно. Ну, тобто, що продавався в Україні, їздив тут. Тому що всі остальні машини – це все Америка. Америка – це бітки, а цей має бути не бітком. По вартості він коштує 25 тисяч доларів, має на момент огляду 33 тисячі кілометрів пробіг. Шоу must go on. Так, добрый день. Начинаем осмотр нашего автомобиля Kia Stinger. Значит, по ней, что здесь можно сказать? По верху пока пройдемся, то, что видно. Зазоры все в порядке, здесь хорошо. Здесь, в принципе, все отлично. Здесь все неплохо. Так, ну, начнем, наверное, с крыши тестовую. 133, 143. Здесь все хорошо. Мусор, сколов немного. Зазор по крышке багажника здесь тоже хорошо. Фонарь у нас задний не запотевший. Итак, фонари задние у нас тоже в зазорах, они не потеют. Центральный стоп-сигнал здесь хорошо. Следов ремонта, покраски я не вижу. Здесь все отлично. Это что? Это у нас полировочная паста. Ну, не полировочная паста, а воск. Не жидкий, а в пасте растирали и оставили. Дальше. О, крышка багажника. Электропривод работает хорошо. Так, крышка багажника у нас не снималась. Швы у нас все заводские. По проему в багажнике, ну, есть чуть-чуть заэксплуатировано. Обшивки у нас здесь целые, но видно, что здесь что-то возили. Может быть, коляску, потому что вот в одном месте, вот здесь вот прицарапано, вот здесь. Вот с этой стороны такого ничего нет. Лонжероны целые, герметик везде заводской. Все здесь отлично. Так. Крышка багажника закрывается отлично, дотяжка срабатывает, здесь все хорошо. Крыло целое, следов покраски здесь я не вижу, 135, 119, да, здесь все целенькое, сколов по этому крылу нет. Оббитый у нас порог пластиковый, что это у нас такое, наклеечка была какая-то. По двери, дверь у нас по зазорам стоит, торцы не побитые, здесь все отлично. Здесь у нас все хорошо. Хром, который здесь поверху идет, вот он получается химией пожженный. И он такой вот в пятнах. Не знаю, получится это подполировать как-то. Ну, не знаю. То есть оно есть. Надо пробовать на детейлинге вот это все подполировать. Здесь дверь передняя правая тоже в заводском окрасе. По зазорам все отлично. Так, вмятин каких-то я в отлив не вижу. Царапин тоже, продавленностей каких-то плавных тоже я не вижу. Торец у нас целый, не побитый по двери. Ну, по хрому такая же вот эта вот ситуация. Дальше фара. Фара у нас посеченная. В принципе, аналогично стеклу ветровому. Ни больше, ни меньше. Примерно так же. По верху
Капот, бампер, зазор, в принципе, нормальный. По капоту сразу с этого края проверим. Здесь все отлично. Радиаторы у нас целенькие. Бампер тут хорошо, сколы. Ну, здесь тоже решетка, просто посеченная. Ну и от битума, от химии тоже в пятнах вся. В отлив никаких вопросов нет. Битум, битум, не крашено. Все отлично. Здесь стекла оригинальные, накладка. Накладка от рук зацарапанная получается, хватались рукой. И как обычно хром в пятнах. Здесь уже есть скол ржавый, надо его подкапать. Здесь скол подкапать. В принципе, по кузову пока все. Сейчас полезем под капот. Под капотом сразу здесь все заводское, ничего не крученное. Капот у нас тоже не снимался, крылья не снимались. Стаканы везде заводской, герметик. Следов ремонта не вижу, точка везде заводская. Лонжерон целый, распорка снималась, потому что вот она крученная. И на закручивание, и на откручивание. И здесь распорка у нас снималась, видно. Крылья здесь целые, ну, клипсы все стоят как надо. Так, лонжероны. Следов ремонта я не вижу. Жидкость охлаждающая в уровне. Налета никакого нету. Радиатор охлаждения. Целый. Вентилятор у нас целый. Дата у нас 18-й год. Рейка рулевая тоже на месте. Ремни тоже, в принципе, неплохие. Двигатель у нас сухой. Здесь хорошо. Так, здесь у нас что? Здесь все целое. Заводской герметик. В мотор тут не влазили. Потеет у нас получается из-под клапанной крышки. Вот в этих местах стандартно. Вот здесь и вот здесь. Под клапанной крышкой. Задняя часть двигателя. Здесь тоже нормально. В двигателе в самом. Такое масло. Раз 15, наверное, меняли. Налетик есть. Ну, на двигателе самом, на металле. Налета прям какого-то серьезного не видно. Это хорошо. Дальше. Здесь у нас с этой стороны, где впускной коллектор, здесь все чисто. Следов ремонта не вижу никаких. Так, ну все. Идем в салон. Проміжуточний висновок. Цей автомобіль, у нього дійсно є нормальний кузов. Він не битий, ми це зазначаємо. Ми пробили ще додатково з різних джерел, ми розуміємо, що звернень в страхову по цьому автомобілю не було. Розрахунків вартості запчастин не було. Як в доказ цьому, ми ще звернулися до офіційного ділера, і він надав нам історію цього автомобіля, де зазначено, що в лютому місяці він заїжджав туди з пробігом в 30 тисяч кілометрів. Все нормально, все збігається, на цьому поки що не будемо загострювати увагу. Дивимося далі. Сидіння хорошо, пластик здесь ногами не зацарапаний, ну, є чуть-чуть потертості мелкі, але вони взагалі не критичні. По сидінням, ну, здесь какая-то продавленість имеется. Ну, здесь вот подзатерто, прям достаточно сильно. Может быть, я не знаю, где-то в узком месте парковались и выходили не с полностью с открытой дверью, потому что такие все они разнонаправленные царапины. То есть это не за один раз, а за какое-то количество раз. Так, что тут у нас? Электрика у нас работает. Так, здесь царапины есть. Это от курток, скорее всего, каких-то. Здесь центральная часть целая. Тут какая-то леска, кусок торчит непонятно оттуда, вот внутри. Но сама сидушка целая. Здесь вот у нас из плохого, вот здесь вот получается царапина. Такое ощущение, как сумки постоянно сюда ставили, наверное. Здесь вот зацарапано, вот здесь вот тоже весь хром побитый. Вот здесь вот царапины. Да, сюда что-то ставили. Заносили постоянно и что-то ставили. Тоже, опять же, все здесь разнонаправленное. То есть это не за один раз. Не за два, не за три. Вот здесь вот, конечно, подзатерто так достаточно хорошо. Вот тут вот, конечно, складочки есть. И внутри вот там оно как чуть-чуть такое грязноватое в порах. Кажется, как оно такое рябое. Хотя это все целое, это просто надо грязь очистить вот в порах там. Ручка у нас не затертая, не подертая. Руль у нас вот здесь вот потертый. Здесь вытертого больше я ничего не вижу. Он такой заполированный, такое ощущение, как будто он кремом для рук помазан. Какой-то жирноватый. Кнопки сами тоже у нас не потертые, не задертые, но грязные. Надо будет детейлинг
такой аккуратненький сделать здесь. Поддушка. Следов демонтажа ее не видно. Стойка средняя целая. Здесь вот это все протерто. Уплотнитель под замену. Здесь вот все побито. Куртками, ремнями, не знаю чем. Ну и прямо здесь вот заполировано. Салон. От тут важлива штука. Він нас наштовхнув на думки того, що тут не рідний пробіг. Справа в тому, що ну, він дуже затертий, більше ніж на 30% відносно свого дійсного стану. І ще треба зауважити, що на пасажирському сидінні, там з правої сторони, де бардачок, ну таке враження, що там возили не то якусь клітку від хам'яка, не то от пташки, ну щось там возили. Але що треба зробити фахівцю, щоб не гадати на кофейній гущі? Правильно, треба приєднатись до комп'ютера, бо комп'ютер нам дуже багато чого може розповісти, якщо йому не правили мозги. Чіпляємось, дивимося. Так, по електрики у нас ошибок нет никаких. Ну, здесь как бы такая машина, что здесь чек загорится, когда автомобиль остановится, постоит 5 минут, и уже тогда он только засветится. Значит, по показателям интересно, есть у нас такой показатель. Это общий счетчик активации реле стартера. Вот машина заводилась 20 488 раза. На 30 тысяч пробега. То есть машина в среднем, получается, проезжала там 1.5 километра. Ну, вот ключ плюс EGS. Я так понимаю, это включение зажигания. Ну, сейчас посмотрим, насколько это корректный, конечно, показатель. Ну так і що, що в другій локації? Ну і що? Ми приїхали туди, поїхали туди, проміжуємо, пишемо, нормально все. Комп'ютерна діагностика в автомобілі, перш за все, робиться для того, щоб на даний момент часу з'ясувати, автомобіль взагалі хворіє чи ні. Ну, тому що якщо він хворіє, десь якийсь датчик не працює або якась система не працює, то комп'ютер це засвідчить і це покаже. Що стосовно пробігу і комп'ютера? Відверто я скажу, що в Kia він коригується, але є декілька моментів. Чим свіжіший автомобіль, тим більше місць, де можна подивитися, проаналізувати різні показники і припустити, чи дійсно це його пробіг, чи ні. Одним з таких показників і є датчик, ну не датчик, а реле стартера. Ну, ми з'ясували, що там трохи аномальні показники, і ми розуміємо, що це просто автомобіль використовувався в місті. Також є ще одне місце, де можна з'ясувати. Воно не нове, але є там одинка хитрість. Це датчик тиску в колесах. А саме в цих датчиках можна побачити, коли останній раз збивалися помилки. Але і це ще не є показником. Для того, щоб взагалі з'ясувати, треба заїхати на підйомник, підняти автомобіль і подивитися, що там знизу, в якому стані сама ходова. Їдемо кататися і на СТО. Смотрим автомобиль снизу, значит, по низу здесь у нас в принципе все хорошо, все заводское, открылки целые, кузов не ржавый, в принципе пружины целые, болты помазать желательно, регулировался развал уже у нас, это хорошо. Так, амортизаторы у нас сухие, редуктор у нас задний сухой, потеков по нему не видно, ну это вода, пыльники у нас тоже все целые, здесь все хорошо. В этой стороне тоже все отлично. Защита у нас целая. Пороги тоже у нас целые. Бак здесь не снимался. Здесь все хорошо. Глушитель целый. Защита по всей длине, в принципе, целая, не побитая, не подертая. Пороги целые, не побитые. Пластик тоже на месте весь. Защита коробки установленная. А между раздаткой и коробкой тоже там все сухо, здесь все хорошо. Кардан здесь нормально, единственное, что он чуть-чуть провисла защитка. И вот кардан подтирает, да, чуть подправить надо. Коробка, короче, сухая, защита у нас не побитая под коробкой, здесь все отлично. Гофра у нас тоже целая, на переднем редукторе у нас здесь тоже все сухо, сухо, без потеков, здесь все нормально. Так, по резине, до ограничителя еще далеко, то есть этот сезон точно отходит она, то есть...
На следующий надо будет посмотреть, но я думаю, скорее всего, тоже должна отходить. С этой стороны тоже до ограничителя еще далеко по передней резине. Ну, здесь она новая, поэтому здесь нечего смотреть. Странно, почему здесь там бэушная, здесь два новых. Ну, это никто не скажет нам правду, что здесь случилось. Надо помыть обязательно. Вот, смотрите, грязь. На радиаторе видно? Свечка есть? Вон оно прям такое покрывало. 18-го. Это тополиный пух, который красиво так вот ложится между радиаторами. И получается беда в какой-то момент. Особенно для турбированного мотора, который у нас теплонагруженный. Обязательно надо, чтобы охлаждение было хорошее. Сняли защиту, значит, здесь под низом, в принципе, все целое. Панель пластиковая целая, не побитая, здесь все отлично. Интеркулер тоже у нас здесь стоит на своем месте. По нему следов повреждений никаких не видно, следов ДТП, да, то здесь все хорошо. Из того, что видно, обязательно надо помыть радиаторы, пухом забитый вот радиатор охлаждения. Ну, не катастрофически, но уже пора бы. Я так понимаю, скорее всего, его никогда и не мыли, судя по тому налету. Дальше под бампером у нас самим тоже все отлично. Все разъемы целые, не разбитые, не побитые. Следов ремонта нет. Лонжероны целые снизу. Точки сварки тоже здесь все заводские. Такие вот своеобразные волны. Да, здесь все хорошо. Так, по двигателю снизу здесь тоже хорошо. С передней части следов ремонта тоже никаких не видно. Здесь все отлично. Пойдемте, покажу. Там, в принципе, ничего нету. Все здесь по подвеске вопросов нету никаких. То есть сказать, почему резина менялась, передняя, задняя, я думаю, где-то... Может, где-то стерли, причем передняя и задняя, то есть, как бы, может быть, стерли, может, на зимой не ездила, я не знаю. Давайте начнем с пустого, она же полноприводная, правильно? Да, 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 ну, это понятно, да. Она полноприводная, да, здесь развал здесь регулировался, то есть, в принципе, там, по документам есть. Претензий здесь вообще по низу никаких нету. Ну, двигатель тоже здесь сухой по низу, все заводское, ничего не снималось, не разбиралось, здесь, как бы, все хорошо. По технике вопросов пока вообще никаких нету. По кузову тоже она целая, я не увидел ничего. Единственное, тут сколы вот это вот на задней части. И по салону получается. Салон, конечно, то есть я не знаю, спереди что-то возили или сумку постоянно какую-то. Прямо ну, вот меня смущало, да. Бардачок вот. Там видели, какой ну, зацарапанный? Нет. Бардачок зацарапанный, вот, ну, сейчас опустим, посмотрим. И плюс сиденье прям протерто, резинка прям вытертая. У них бывает, но обычно это на больших пробегах бывает, честно говоря, я или редко мыли ее, то есть попадает, пыль попадает, знаете, по дверь, дверь играет она, то есть пробег здесь как бы прочитать его вот 100% сказать, такого здесь нету, здесь он элементарно это все корректируется. Единственное, есть такой тут показатель, счетчик активации реле стартера ключом, активация реле стартера. А тут же старт-стоп, да? Ну вот это такой он показатель, он скользкий как бы, но вот... Ну видите, не было типа тут старт-стопа. Ну вот получается она в городе в основном, да. А где она была? В Киеве здесь была, в Киеве, да? Теоретически для Киева может быть и да. То есть вот, ну, вот это единственный косвенный показатель, по которому хоть что-то можно там... Ну понятно. Количество... Если бы они вообще стертые были, нет, тогда нет, понятно. Нет, нет, нет. Показывают активацию датчиков, на каком пробеге активировались датчики давления в шинах. Там на 8 тысячах, на 24, на 17 тысяч, то есть в принципе нету. Ну там один есть показатель корявый, то есть, ну, его не берем в счет, а все остальные, то есть в принципе... Ну ровно, в принципе, да, это, да, да всего, логично, логично там, да. Да, фиксируется. Все логично. Она же на гарантии еще, да? Или нет? Да, это 7 лет там, да, гарантия, по-моему, да? Полноценная. Чеки есть тоже по документам, то есть в принципе... Все так, все соответствует, да, вот салон, конечно, вот так, если абстрагироваться от вот этих всех данных, показателей там, то салон такой, конечно, веселый, ну, вы видели, да? Да, ну сейчас, да, то есть. Ну сейчас опустим еще, сейчас. Может, я не все просто видел, но видел. Ну сейчас я вам покажу, видел, да. Видел сидушки, я тоже обратил внимание. Да. Я смутился, что маленький такой пробег и так. Это можно феном нагреть. Ну, как бы вот это ты не нагреешь уже. Вот это да, а вот сам пластик, конечно, да. Да. Вот. Ну, там на видео это все есть, да, но все там, равно. Тут, сейчас... Чтобы быстрее, да, было. Вот, потом, что здесь. И то же самое вот здесь вот. Вот. Я не знаю, постоянно, наверное, вот как-то что-то сюда ставили. То есть это не то, что раз. То есть постоянно вот что-то вот по одинаковому алгоритму.
И, в принципе, задние там царапины вы видели, да, на сиденье? Да, на спушке видел. Да. Вот, вот эти вот места, да, без... вот, вот, вижу, вот они. Да. Вот, и вот тут вот, есть. Вот, где-то, а. Вот, вот тоже, да. Это пистолеты. Вот это, вот это. Вызывает большие вопросы. Ну, скажем так, электроника, она все под этот. Здесь все можно скорректировать, все данные здесь можно скорректировать. Не, но все равно ее просто затерли, а также ты ж не нарисуешь. Ну, если правильно делать, можно нарисовать то, что надо. То есть сказать, ну, вот просто сказать, что здесь подтвержденный пробег. Ну, вот тут эта фигня, у меня на спортлежне такое на 150 было, я вчера тоже на это обещал. Ну, складки, ладно, это, может, пересушенная, просто большой человек, пересушенная кожа, они там не следили за ней, это хорошо, это можно, вот, ну, блин. Руль, ну, руль, как бы, заводской, но он, как бы, сказать, что он подтертый, стертый, нет. Ну, нет, ну, там тоже ж ручка эта. Да, ручка вообще, да, без вопросов, да. То есть тут, как бы, вот, диссонанс есть какой-то. Ну вот из того, что если бы не пробег, то по состоянию там салона, я бы сказал, 1100. Ну я думаю, что может правда на короткие дистанции, ну и плюс машины это уже 6 лет. Может быть. Ну 5. Может быть, может быть. Хорошо, все, тогда да, в принципе все. Угу. Все, спасибо. Да, пожалуйста. Будем общаться. Що маємо в результаті? До речі, авто – це площадки. Не треба нам казати, що ми абсолютно всі автомобілі з площадок завертаємо, бо це є неправда. От дуже багато трешняка є на... Що ви всі кричите? Дуже багато трешняка є на площадках, але цього разу нам пощастило. І не тільки цього разу, насправді дуже багато автомобілів купуються на площадки. По факту, автомобіль... має 33 тисячі пробігу, автомобіль офіційний, автомобіль був придбаний. Єдине, що салон автомобіля, він такий трошки підзатасканий. Ну, у мене на сьогодні все. З вами був Микола Тарануха, Київ, компанія «Динавто». Всім удачі на дорогах, всім пока-пока. Що ви всі сигналите? Такий колапс, кипіш, хто куди їде, не зрозуміло. Так, дайте я проїду, я більше, бо мені дуже треба. Все, всім пока.